Всем привет-привет! Пока поливаются мои ванды. Сейчас. Так, вот так поливаются мои ванды. Котлейки, дендры замачиваются. Ну так вот, пока поливаются мои ванды, у меня появляется доступ вот к этому окну консидиумной моей группе, где она расположена. А вот она и я. Значит, вот это мой одонтоглоссум продолжает цвести. Это его стрелочка вторая распускается. Так, вот этот кальманара или калманара, не знаю, как правильней, дует бутоны, ну, наращивает бутоны. В прошлый раз, когда я его показывала, я сломала вот веточку. Ой, жалко, так цветонос сломала. Ну, что ж делать. И я обещала показать цветение, полный распуск вот этого одонтоглоссума. Вот смотрите, какие цветочки красивые. Так, специально выключилась, понюхала. Цветочки не пахнут. Вот их тут всего лишь 5 штучек. Ну, вот так красиво это все смотрится. Это то, что я когда-то показывала в сторис, начинала распускаться только. Красивые цветы. И вот этого тоже одонтоглоссума цветочки. Так, вот оно цветет, тоже не пахнет. Ну и заодно хочу показать, при какой температуре они у меня содержатся. Вот у меня градусник, если видно, вот здесь 17 градусов на подоконнике. Вот так. Ну и сегодня у меня был полив, сегодня я поливала. Видно, водичка вот стоит. Это у меня маленький талипарис. Тоже будет цвести красиво. Ну, вот так у меня цветет анцидиумная группа. Также хочется показать, как распустилась вот эта вот котлейка. У меня тут в общих моих зарослях вот такая красавица. Это та, которую я вытаскивала из горшочка сбоку. Вот, решила показать поближе. Вот это я вырезала, потому что этот рост, думала, это рост, и шел в бок. Пришлось вырезать, не хотелось ничего, не пересаживать ничего. И вот так цветет моя котлейка. В конце видео я вставлю, как она распускала бутон, и вставлю, какое цветение у нее должно было быть, то есть заявлено садовником было, какого цвета вот эти лепестки. Ну, губа такая же, лепестки другого цвета. Вот сейчас она очень хорошо передает цветовую гамму. Ну, вот так. Также хочу показать еще, кто цветет у меня. Вот у меня какие цветочки цветут. Это у меня, сейчас я скажу, майкай.
Котлея. Красиво распустилась. Утром пахнет каким-то перчиком, может быть, как специями какими-то. Не цветочный аромат совершенно, нет. Вот таких несколько цветочков. Ну и также цветет, продолжает цвести котлея, которую я купила, ну, гибридную, без названия. Она была цветущая. Цветочки отцвелись. Она мне вот здесь выпустила еще один цветонос. Он процвел. Ну и потом она выпустила еще вот этот цветонос. Хочу показать, какие капли, вот, если видно, капли сока, нектара. И на самом цветочке. Как приманивает насекомых. Ну вот это то, что цветет у меня на сегодняшний день. Из фаленопсисов продолжает цвести тетраспис. И, кстати, вот у него еще одна стрелочка вот выпущенная. И стрелки сейчас у многих растений у меня. Вот это у меня эквестрис, детка. Какая красивая, с корешками какими. Так, ну и на этой стороне из цветущих это только остаточное цветение дикого кота голландского. И дикий кот азиатский в погоне за голландским выпустил вот цветонос. Вот это у меня дикий кот. Также вот все с цветоносами. Вот Дэвид Лим с цветоносом. Вот этот на тетраспис. Вот куча цветоносов. Здесь вот два новых цветоноса. Самира на тетраспис. И бутон еще образовала. Вот здесь цветонос. И хочу показать своего новичка. Вот этот фаленопсис вот. Тоже с цветоносом. Ну, пришел без названия, но я его там как-то опознала. Не знаю, будем смотреть. Ну, вот, что у меня сейчас с бутонами. Ну, и психопсисы все с бутонами. Все стрелочки психопсисов с бутонами. По несколько штук. Ну, и также продолжает цветение мой дендробиум хибики. Вот он сейчас как раз у меня отмокает за неделю. Тоже вместе с вандовыми. Ну и вот он продолжает свое цветение. Всего лишь несколько бутончиков у него отсохло. Вот как раз видно, высыхают бутончики. Забрать. Так что вот такое у меня цветущее на сегодня царство. Также хочу показать своих новичков. Это Брассавола нодоза приехала. И вот здесь под листом я его уже посадила. Это у меня ангулоа с новым ростиком. Это из новичков у меня. И из котлей. Это вот эта котлейка. Вот она. Маленькая. Патинара Цуки Аманте. Вот она. В амхе еще. Это из новичков. Хотя говорила, вроде не буду брать, но
Куда я без цветов? Ну, вот такое у меня сегодня видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.